Привет, ребята. Купили, короче, мы дом. И это. Сейчас покажу, как надо делать канализацию в доме. В общем, смотрите, одна яма. Ну, как бы, в принципе, смотрите, задумка хорошая, но реализация как бы не очень. Так, сейчас попробую вам показать, как не делать канализацию. Значит, смотрите, одна яма с кирпича выложена, это полбеды, ладно. И смотрите, вторая яма через 8 метров. Сейчас я вам покажу, как оно все сделано. Это я уже новую траншею перерыл. Значит, вот у нас вторая яма. Вон идет труба переливная. То есть, типа септик такой они делали. Смотрите. 8 метров, да? Во-первых, труба у нас идет металлическая, ну, из металла, понятно, старая, да, это делали давно. При том, смотрите, вот она идет под уклоном, пошла, с перегибом, да, труба металлическая. Но это полбеды, смотрите, сливная труба с дома, уже поменяли пластиковая, она идет на одном уровне из переливной, то есть, там, видите, да, вот, это идет переливная. Это, ну, сливная с дома. То есть на одном уровне они сделали. То есть каким это надо быть умом, да, чтобы сделать именно вот так вот. Я не понимаю. Ну, то есть стоит теперь вода у меня. Вот я решил кинуть новую трубу на первое время, потому что будет это в любом случае переделываться. Я дома делал правильный способ. Если хотите, могу сделать видео, как сделать бюджетный вариант с кольцами, да, покупались кольца, но бюджет $300, я сделал две ямы, одна по полторашка, одна метровая, то есть диаметр, да, по три кольца с переливом, ну, бюджет вложился в $300. Если хотите, могу сделать, ну, сделать видео, рассказать, хоть в принципе много чего уже есть в ютубе, но все равно, если будет вам интересно, я обязательно сделаю и покажу, как ее сделать и так далее. Ну, вот это вот безобразие, я даже не понимаю, как это можно было так сделать. Вот ведром отчерпал, наверное, уже ведер 6, потому что залито было. Ну, там вот можно, я думаю, его видно было, чтобы показать вам, что и как. Сейчас буду, смотрите, опускать новую трубу ниже этой, ну, чтобы та была... естественно, выше, чем моя переливная. И сделаю через тройник, то есть, чтобы верхний мусор, вот тот, что вон там вот плавает, чтобы он не затекал в переливную трубу, поставлю тройника с ревизой, можно так сказать, будет, чтобы прочистить и так далее. Ну, вот так вот. Ребят, напишите в комментарии, блин, что думаете по этому поводу, как сделана у вас канализация, и, может, какие-то советы посоветуете. Ну, конечно, буду эту всю историю переделывать в следующем году, потому что сейчас уже скоро будет Новый год. Так повезло, что сейчас мороза дошел, и я так кинулся, что можно было траншею продолбать, ну, прокопать. Вот так вот. Спасибо всем за просмотр. Комментарии пишем, палец вверх, и до новых видео. Всем пока. Так, сделал, смотрите, уровень, как вот здесь вот и там. Короче, уровень нормальный. Ну, и туда проложил. Сейчас я как раз буду проверять, работает все нормально или нет. Я уверен, что будет все хорошо. Ну, уже засыпаю. Вот так вот. Будет как-то вот так. Так, вот, сейчас покажу. Начала бежать вода. Смотрите. Надеюсь, вам видно. Опа. Начала. Там вот вода стекает, и здесь вот эта вот труба теперь не дает мусору собираться. То есть, и как ревизия можно будет прочистить. То есть, там есть прослойка без мула. То есть, и чистая вода, получается, поднимается в саму трубу и уходит. А весь мусор сверху и снизу сам мул. Ну, как-то вот так вот. Там идет так. А здесь начала она перетекать. Сейчас пойду смотреть в другую яму. Во, понемногу начала течь. Вот и здесь. Вон у вас старая труба. Вот. Ну, нормально течет. Отлично.